В Омске, наконец, открылся третий филиал детской больницы номер 2, что на Дмитриево. Здание закрывали на ремонт. Летом прошлого года из-за протекающей крыши там случился потоп. Врачи пытались сами вычерпать воду, спасти мебель, а прием пациентов вели прямо под дождем. «Антенна 7» рассказывала об этом. Отремонтировали здание на 3 месяца раньше срока. Все ли успели сделать и не повлияла ли спешка на результат, проверили наши корреспонденты. В детскую поликлинику жители Левобережья могут приходить без зонта. Теперь здесь сухо и тепло. Медрегистратор Ирина Полторацкая шутит. Это сейчас она работает в комфортных условиях. Год назад не выпускала из рук тряпку. Лилось все рекой. Вода, значит, вычерпывали ее и ковшиками, и кружками, ведрами вытаскивали, на улицу выливали. Вот, помогали, конечно, все, кто мог. Вот, и из другой поликлиники, с основной поликлиники приезжали, помогали. Все, конечно, говорили, что безобразие, что надо спасать поликлинику. Ливень в детской больнице пошел прошлым летом. Затопило регистратуру, кабинеты и коридор. Врачи черпали воду, спасали мебель и медкарточки. Пациентов принимали прямо под дождем. Причина потопа в крыше. Подрядчик должен был завершить ее ремонт к лету, но сроки сдвинулись. Когда сняли кровлю, в Омске пошли дожди. Вода полилась на головы медперсонала и пациентов. Ремонт длился год. В первую очередь сделали крышу, которая принесла этому месту дурную славу. Привели в порядок стены и пол. Поставили пластиковые окна и энергосберегающие светодиодные светильники. Сменили проводку и пожарно-охранную систему. Они пострадали от потопа. Плитку положили на пол, смотрю. Сейчас обратила внимание. Процедурный кабинет получше стал. Самое тяжелое это была поездка в то место, куда нас определили, потому что там место очень неприспособленное, очень мало места. Все участки получались сдвоенными. Приходилось очень рано занимать очередь. И сейчас, конечно, когда отремонтировали это помещение с большим холлом, где можно разместить коляски, где можно рассредоточиться. На следующей неделе в больнице продолжат наводить уют. На окнах появятся жалюзи, на стене электронное расписание врачей. Мы ждем навигацию, то есть таблички на двери, расписание врачей, связь, интернет здесь все есть, то есть полноценно функционирующий филиал. С 1 июля здесь начнем мы делать прививки, да, то есть мы запустим процедурные прививочные кабинеты, они будут работать в полной силе. Сейчас детская больница обслуживает 8 тысяч маленьких пациентов. В ближайший год планируют взять еще 2 участка. Теперь здание позволяет. Юлия Думанова и Сергей Гаврилов, «Антенна 7».